Привет, дорогие мои ученики! В этом видео я вам покажу, как суккуленту сделать ножку и вставить его в букет. Для работы нам потребуется непосредственно сам суккулент, с которым мы будем работать, и тейп-лента. Я буду использовать широкую, 2 см. В этом случае такую тейп-ленту использовать будет удобнее, потому что она быстрее скроет весь корень. Обычно я пользуюсь узкой лентой. Ширина у них заметно различается, видите? Отрываю необходимый кусок тейп-ленты и беру суккулент. Он у меня уже подготовлен. Я очистила всю землю. Эту работу я проводила в перчатках, чтобы не измазаться. Для изготовления фальш-ножки я предлагаю использовать проволоку. Причем проволока будет разной толщины. Или иногда, если суккулент очень тяжелый, вы можете использовать деревянные шпажки. Первые две тонкие проволочки толщиной 0,7 я загоню в ногу суккулента. На этом этапе будьте осторожны и не сломайте эхиверию. Я протыкаю проволокой ногу растения и вторым концом проволоки оборачиваю корешок. Вторую проволочку расположу крест-накрест, но протыкайте выше или ниже первого места прокола, чтобы не сломать эхиверию. Теперь подкладываю проволоку потолще. Я взяла толщину 1,2 и тейпирую широким тейпом, аккуратно прижимая корень растения к проволочке. Одной проволочки оказалось мало, и я подкладываю вторую. И теперь главная задача – закрыть всю проволоку тейп-лентой и закрепить суккулент на уже ножке. Поскольку проволоку не должно быть видно внутри букета, проволоку отрезаем покороче. Вот что у нас получается. Так можно собрать целый букет только из суккулентов. Здорово то, что потом этот суккулент можно размотать из тейп-ленты, убрать проволоку, положить на землю, и он должен продолжить расти. Он, конечно, пообижается немного, но суккуленты удивительны тем, что достаточно сносно переносят вот такие вот повреждения корневой системы. Ну или в крайнем случае можно будет оторвать листочки и положить их на размножение. Вдохновение вам с букетами!